Сегодня тема «Уничтожение Никанора». Еще раз. «Уничтожение Никанора». Кто это Никанор? Он очень великий враг Израиля. Он сильно ненавидит наши люди. Никанор, он греческого человека, белый человек. Он сильно не любит наши люди. Ничего особенного. То же самое, как сегодня греческого люди или римские люди, тоже белые люди, они не любят наши люди. Это ничего нового. Это ничего нового. Сейчас эта история мы будем читать от апокрифа, от 2 Маковеи. 2 Маковеи, глава 14, стих 18. Еще раз, я буду читать эту историю. Пожалуйста, слушайте внимательно. 2 Маковеи, глава 14, стих 18. Никанор, услышав о мужественности тех, кто был с Иудой, и о смелости, с которой им пришлось сражаться со своей страной, не осмеливался взяться за дела внешним, а потому он послал Поседония, Феодота и Мататея, чтобы заключить мир. Поэтому, когда они сделали это, они узнали, что настал день, и для них был установлен табурет. Юда расставил вооруженных людей в удобных местах. Юда – это Юдас Маковей. Это сын Мататеяс. Брат Симон и Джонатан. Еще раз. Поэтому, когда они сделали это, они узнали, что настал день, и для них был установлен табурет. Юда расставил вооруженных людей в удобных местах, чтобы враги не могли внезапно совершить какое-то предательство. Они сделали мирную конференцию. Никанор жил в Иерусалиме и не пострадал, но отослал людей, которые стыкались к нему. И он не хотел бы, чтобы Юда скрылся из виду, потому что он любил этого человека из своего сердца. Он любил Юдас Маковей. Он любил его. Но потом мы знаем, если он любил его очень честно, если это от сердца. Дальше. Он также молил его взять жену и зачать дети. Поэтому он женился, был спокоен и принял участие в этой жизни. Стих 13. Но Аркимус, он израильский человек. Он сильно ненавидит израильских людей. Но он тоже израильский человек. Как у нас сегодня, наши люди, они тоже израильские люди, черные люди, но они сильно ненавидят своих людей. Они сильно не любят черные люди, но они тоже черные люди. Ничего нового. Это то же самое тогда. Еще раз, но Аркимус, он черный человек, израильский человек, понимая любовь, которая была между ними, между Юдас Маковей и Никанор, и рассматривая заключение завета, пришел к Деметринам и сказал ему, что Никанор не очень хороший повлиял на
государство. За это он назначил Юди предателем своего царства, племянником Сарию. Тогда Сар находясь в ярости и спровоцированный обвинениями самого злого человека, написал Никанор, что означает, что он очень недоволен заветами, и приказал ему поспешно отправить Маковея в плен. Когда дела дошли до слушания Никанора, он был очень смущен собой и с сожалением принял к сведению, что он должен аннулировать согласование статьи, причем этот человек не виноват. Но поскольку против короля не было никаких дел, он следил за тем, как он добивается этой цели политикой. Несмотря на то, что Маковеус увидел, что Никанор начал проявлять, он увидел, что Никанор начал проявлять к ним благочестие и что он относился к нему более грубо, чем обычно, понимая, что такое плохое поведение не приносло пользы, он собрал в Айдению немало своих людей и удалился от Никанора. Он ушел от Никанора. Они все ушли от Никанора, потому что он уже видел, что Никанор он уже изменил. Он, Юдас, не чувствовал эту любовь, которую Никанор есть для его. Поэтому он забрал их людей и ушли от Никанор. Дальше. Но другой, зная, что политика Юди ему особенно... помешала, пришел в великий и святой храм и повелел священникам, которые приносили свои обычные жертвы, избавить его от этого человека. И когда они поняли, что не могут сказать, где находился тот, кого он искал, он протянул правую руку к храму и таким образом дал клятву. Я уже сказал раньше, он ненавидит наши люди. И наш Бог тоже. Дальше. Он протянул правую руку к храму и таким образом дал клятву. Если вы не предадите мне Юду как пленника, если вы не предадите мне Юду Маковей как пленника, я возложу этот храм Божий даже с землей, и я разрушу жертвенник и возведу замечательный храм Басуху. Еще раз. Если вы не предадите мне Юде Маковею как пленника, я возложу этот храм Божий даже с земли, и я разрушу жертвенник и возведу замечательный храм Бахусу. Это греческий бог. Бахусу. Или Бакус на английском. Дальше. После этих слов он ушел. Тогда священники подняли руку к небу и умоляли его. Они умоляли наш Бог, который всегда был защитником своего народа, говоря так. Тогда священники подняли руку к небу и умоляли его, который всегда был защитником своего народа, говоря так. Это наш Бог. Вы,
о Господь всех вещей, которые ни в чем не нуждаться был доволен, что храм твоего жилища должен быть среди нас. Поэтому теперь, о святой Господь всего святости, сохрани этот дом вечным, который в последнее время был ощущен, и прекрати каждый неправедный род. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.